Но в этой поездке слишком хорошо все начиналось, чтобы было всю дорогу хорошо. Доехал до Плещениц, кончилась прокладка клапанной крышки. Причем полилось так это от всей души. Ну, сейчас попробуем залить герметом, если что, будем в Лепеле решать этот вопрос. Он стоит и просто капает. Он залил всю дугу. Ладно, может быть, что-то решит гермет. Самое обидное, что не забыл в гараже герметик, наш родимый казанский, мой любимый. Пришлось купить какого-то российского. Вот сейчас будем проводить его испытания. Какой-то Феликс нижегородский. Все равно, конечно, не смертельно, но неприятно. Ну да, сегодня денек полный обломов. Мало того, что потекла прокладка клапанной крышки, пришлось заезжать в Лепель к Сергею. Ну так еще к тому же на озеро, которое хотел, не попал. Вояки решили войнушку поиграться. Ладно, встал пока на мухно. Да, вчерашняя сказочная погода, конечно, сегодня поднесла сюрприз. Какая ночь была красивая. Звезды как будто над головой светили. А с утра вот моросил мелкий-мелкий дождик, ну, который вроде как дождик и дождик, но не мочит даже. Сидел даже без плаща. А сейчас вот уже зарядил хороший и, похоже, надолго. Но зато, ну, дождик дождиком, но нет худа без добра. Тут прошелся немножко по лесу, все-таки вот в этом году увидел первые грибочки. Клев с утра был вообще абы что, но зато, похоже, грибной супчик у нас будет. И такой хороший грибной супчик, и не один. Ладно, пока идет дождик, можно поспать. А то поднялся сегодня в 5 часов с рассвета. Ну, с рассвета оно, в принципе, немножко и клевало. Но тоже как-то совсем слабенько. Ну да, с воды я выскочил вовремя. Думал, сейчас выскочу, плащик одену. По этому легкому дождику, чтобы не мокнуть, и поеду со спиннингом, попробую окуня погонять. Ну, получается, вылез вовремя. Ну, вот что-то подсказало мне, что лодку лучше вытащить. Ну, ничего. Зато как хорошо в палатке спится, когда дождик барабанит. В общем-то, я оказался хорошим синоптиком, когда утром говорил, что дождь это надолго. Я не угадал. Часик перекимарил, а дождик уже и закончился. Ну, сходил по окуню. Как-то товарищ окунь как-то ленивенько. Сейчас попробую еще с удочкой посидеть.
Хотелось бы хоть как-то на коптилку набрать, что ли. Честно говоря, от окуня я ожидал большего. Ну, хотя, может быть, что тут 6 окуней за час вот прошел, поймал, но... Может быть, просто что настроился уже на другое озеро, на другую рыбалку. Может, поэтому, что в принципе особо бешеного клёва на окуня здесь никогда и не было. Ну, что имеем, то имеем. Может быть, вояки отстреляются, перееду на второе на хуевое. Там, по идее, должно быть веселее. Ну что, сегодня утро опять не сильно удачно выдалось. Изловил тут штук 20 килек с ладошку. Но правда хорошо хоть вдоль. Здесь по головам оно как бы и ничего. Вот по весу, ну, честно говоря, даже коптилку особо засунуть нечего. Ну, что-то пойдет на сушку на семечки. Тут по оперативной информации, вроде бы как сегодня после обеда должны оцепление с полигона снять. Сейчас соберусь, поеду туда. Может быть, все-таки мечта идиота сбудется, погонять окуня. Ну, вот такой вот улов за 2 дня. Как-то хотелось бы большего все-таки. Ну, лучше, чем ничего, конечно, бывало и хуже, но тем не менее. Хотелось бы, конечно, большего. Ладно, может быть, с окунем повезет. А так, конечно, красиво, но вот еще интересно. Середина сентября, под Минском уже лиственные леса, так уже полностью листьями сухими засыпаны после этой засухи. А здесь на березках только-только желтизна появляется. Только отдельные желтые листики появляются на березках. Ну, если погода будет стоять такая осень, то Бог даст, не в последний раз все-таки съезжу. О,
Как удачно я сходил в лес. Он буквально 30 метров от стоянки. Вот обломилось мне тут немножко грибочков. Значит, сегодня у нас будет очень вкусный обед. Грибная тушенка называется. Поскольку с картошкой я просчитался, обычно всегда оставалось, а тут что-то я взял очень мало. Поэтому будем делать просто тушенку с грибами. Ну, думаю, что будет вкусно. Ну что, Коля нам Бог послал грибочков. Приступаем к приготовлению суперблюда. Называется тушенка грибная, но я решил еще сильно не наглеть, чтобы лесные боги не обиделись, все-таки добавить туда еще баночку гречки. Ну, в общем-то, рецепт предельно прост. Берем маленькую баночку тушенки, ну что тут скромничать, и сейчас ее обжариваем с лучком. Лучок тут уже кому как. Я предпочитаю его просто порезать колечками. Сейчас немножко сковородка займется. И мы... Ай-яй-яй, мой легендарный термос полетел. Как хорошо, что он не бьется. Так, ну и попутно из нашей волшебной сумочки с продуктами достаем сразу перчик. Ну, это опять-таки на любителя. Мне это очень нравится, это дело. И в итоге вот и что мы имеем. Вот каша гречневая со свиной тушенкой. Здесь тушенка тоже свиная. Все это дело обжариваем. О, жирок с тушенки пошел. Ну, поскольку я сегодня еще не завтракал, получится как раз такая нормальная мужицкая пайка. Тушенки пошел. Кого смущает примус, не расстраивайтесь. Здесь это все можно, конечно, готовить и на костре. Ну, я скажу честно, я на костре готовить умею, могу, но, честно говоря, я не фанат готовки на костре. Ну, коли есть возможность немножко поварствовать, ну, почему бы и нет. Грибочки я уже там предварительно обварил. Ну, да белый гриб особо там особо и обваривать-то нечего. О, пошел процесс. И сюда луковичку. Растряхиваем колечки. Сейчас немножко обжариваем лук, чтобы тушенка набрала вкуса лукового. Ну, можно лук обжарить и отдельно, это уже дело вкуса. Тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Как по мне, так оно и так вкуснее.
кто считает иначе, ради бога, может делать иначе. Тушенка с лучком пришли в кондицию. Ну, по крайней мере, в том виде, в каком я ее понимаю. Тут уже опять-таки у каждого свое понятие о кондиции. Ну, теперь самое время загрузить грибочки сюда. И сейчас это все обжариваем с грибочками. Сейчас огоньку добавим, чтобы оно повеселее шло. Сейчас грибочка в воду выгонит, и можно будет закладывать. И можно будет уже закладывать тогда гречку с тушенкой. Не, ну конечно, можно взять тушенку отдельно сварить гречки. Ну, честно говоря, мне заморачиваться сейчас не хочется, потому что дело уже обеденное. Хочется еще половить. Сейчас пока клёва нету, можно и перекусить. Тем более, что встал рано, не завтракал. А тут вот как раз самое оно. Очень так, кстати, грибочки подвернулись. Ну, откровенно говоря, рыбалка в этот раз не очень. Ну, не то чтобы, оно, конечно, неплохо. Ну, вот, по сути, вот за полтора дня. Тут сколько-то, наверное, килограмма 3,5-4 окуня. Ну, вообще ожидалось большего. Как-то получалось у меня и побольше здесь. Ну, что Бог дал, и на этом озеру спасибо. Не будем наглеть. Тем более, что все и так шикарно складывается. Тут и погода тебе, и ветра почти не было. Он почти не якорился. Сейчас немножко пошел ветерок. И тепло. Это в конце-то сентября вот такая сказка. Так что спасибо всем. Мы чудесно отдохнули. Сейчас будем готовить рыбу на коптилку. Все-таки это... Да, можжевельничка я все-таки немножко подкину, пару веточек. Потому что можжевельник дает великолепный вкус. Привкус, точнее. Но единственное, что надо помнить, что много можжевельника ни в коем случае нельзя. Потому что иначе это будет, у вас будет просто рыба со вкусом джина. То есть настолько резкий вкус будет, что есть вы ее будете, ну разве что от жадности, чтобы не выбрасывать. Буквально чуть-чуть, вот одну маленькую веточку сюда вот кидаем.